Первое приложение, которое мне понравилось, это рулетка судьбы. Называется Decision Well. Вот, значит, тут я сделала вот такое вот колесико с цветами моих карточек. Мне очень нравится приятная музыка, когда крутится. Можно, в принципе, вообще звук отключить. Мне понравилось то, что есть здесь очень большой выбор разных настроек и те, которые входят в бесплатную версию. Можно выбрать и время вращения, в принципе, даже поменьше. Можно выбрать фоновую музыку, и есть много бесплатных вариантов. Вот, в общем, много всего есть. Есть, конечно, премиум пакет без рекламы, но реклама, кстати, встречается не так часто. Вот, тут у меня есть, например, можно с едой выбирать, но в основном я здесь использую для вот таких цветовых карточек, просто чтобы выбрать цвет карточки. Вот, можно do you like, написать здесь любые слова, которые нужно для урока, что тоже очень быстро. Вот, вот такое вот приложение называется Decision Well. Вот, вот такое мне понравилось, Spin for It. Если много ребят в группе, то оно очень удобное, ребята сами нажимают, стрелочка крутится, на кого покажет, тот карточку и тянет. Отвечает, задает вопрос, отвечает на вопрос, или, может быть, там достанется предложение с пропуском. Вот, тут можно в настройках поменять Pointer Style, выбрать бутылку, стрелку или ручку. Вот, можно выбрать цвет, background. Вот, можно вот так. Вот, в общем, оно мне тоже понравилось. Здесь оно попроще, здесь поменьше настроек, но тоже очень классное приложение. Называется Spin for It. И третье приложение называется Spin the Wheel. Так, крути колесо. Вот, тут тоже у меня есть с цветами карточек. Вот, единственное, что звук мне не очень понравился, я вообще его выключила, пока я не нашла тут в настройках, как поменять. Вот. Вот такой вот. То есть, значит, человек вытягивает розовую карточку и отвечает на вопрос на розовой карточке. Также я сделала Daily Routine. Можно составить предложение, можно задать вопрос. Do you tidy the room? Do you go shopping? Do you have to wash the dishes? Do you watch TV? И так далее. Можно составлять разные предложения, что, в общем-то, в принципе, очень удобно. Вот, и вот, получается, у меня три любимых приложения. Это Decision Wheel, это Spin for It и Spin the Wheel для работы с карточками. А на онлайн-уроках я, как правило, пользуюсь Word Wall. Оно мне очень нравится.